Мы сейчас на первом мостике находимся. 14 сегодня апреля, 17 год. Вот первый мостик окончательно размыло. Здесь глубина, я лопатой посмотрел, больше метра. Хотели пройти туда дальше, на второй мостик. Ну и ширина около 3 метров. Спортсмена надо, чтобы он тут прыгнул, разбежался по мокрой глине. Ну-ка, какая глубина получается. Ее уносит. Ну вот получается 1,5 метра, да? А вот здесь вот меньше. А вот тут размыло. Да? Ну а там переступил, и там находишься, да? Да какая нужда-то нам? Нам какая нужда-то туда? Чё ты? Давай. Сапоги большие одел, да сходил, и все, чё. Не перепрыгнешь ты, потому что здесь скользко. Ты искупаешься, зачем? Да почему она может сломаться? Она слабенькая. Ну там мелко, да. Не, на сапоги большие. У нас сапоги-то небольшие. И в лужу. И в лужу. И все, я слег и заболел. Зачем? Да. Так, ну ладно, братья. Ветер холодный. Первый мостик. Наш репортаж заканчиваем. Сегодня Страстная пятница. Слава долготерпению твоему, Господи. Аллилуйя.